Скажу, я скажу, да? Я забыл, как называется. Так. Конченый дождь, а? Рома пишет, везучий ты на дождь. Не говори вообще. Ой, даже Рома сегодня на стариках едет. Надо, чтобы он первый. Ну, Рома говорил, 4 гонки на стариках пропустит. А, сегодня суббота, ну да, можно ехать. А когда у вас финальная гонка? Завтра. Ну, какая? Имола. Имола. Эбола. Эбола. Я всегда Имола. Ибола. Ты там не разобьешься, как Сэнна? Я уже разбился, а там, версия трассы другая. Мне тот уже поворот, если он разбился, там да, вот эта разница на длине была намного, поворот этот. Что-то меня на первое место поставили. А ты вообще ходил? Да, я не просил даже. Я даже как бы не хотел. Это Мерс уже первый сразу. Блин, на равных я тебя уже не дергаю на старте. Я привык, что когда не на равных, так я Диму стоп. Ой, сори, Дим. Да, вообще это было зря, пацаны, пропускайте меня обратно. Тёма, ты что меня высадил? Да? Я ногу вынес. Извини, Дима. Ну, блин, я что, я последний. Поздравляю. Ой, извини. Диман, что ты рано тормозишь? Когда? Это в том повороте. Рома! Быстрый который. Тём, дождь вообще-то, если чё. Чё? Дождь, говорю, если чё. Чё это было? Никто не подскажет. Это чё происходит вообще, блин? Я спойлер себе сломал. Кому нос сломать, блин? Мне! Вообще злыдень, короче. Тима! Фига такое делать, блин? Че ржать? Капец, блин, в расход на первом повороте пустили, выкинули, потом на втором кинули, блин, и понесло сайт, блин. Я тебя подожду. Все остальные же едут дальше, значит ты ехать дальше. Да мне вообще написали штраф. Прекрасно, блин. Иначе ее никак нельзя. Дима, а наш инцидент игра посчитала нормально? Где, в какой трассе? Здесь, на первом повороте. А наш, это ты, наш с тобой что ли? А что у нас было? Ну то, что я тебя столкнул в первом повороте. А, ты мне пнул в задницу, ну? Ну да. Ну это вообще было жестко. Нет предупреждения, ничего. Я, блин, с поломанным спойлером, все равно понту, то этот темпа-то нет. У меня ж стенку отнесло. Вот это поворот.
Люка на самоводе? Да у меня круг всего лишь на 5 сотых медленнее, чем у него был. Это при том, что ты из переднего, да? Да при том, что я иду с передним поломанным спойлером. Блин, я нечаянно Саню подручного вытеснил. У меня, короче, вынесло внешку, а он там был. Ё-моё. Передайте потом ему пардон. Чтоб меня не материл, короче. Там он тоже хлопчик такой. У меня такая же фигня, только во внутренней с тобой была. Ну, знаешь, короче, мы оба олени. Когда сезон начинается? Это уже, в принципе, на следующей неделе можно. Что тянуть? Старички заканчиваются. А вы что у меня спрашиваете? Андрюха шеф, у него все надо спрашивать. Андрюха вчера бухал. Тут да каждый день кто-то бухает, особенно Боря. А этот до сих пор и сейчас пьет, он уже почему не видит. Сколько в него лезет? Это знает только Боря. Круто, у меня отрыв от Ромы 6 секунд. Или он безалкоголку пьет? А это не монахом. Думал, топлива нету, тупо машина на секунду две залопа. Просто эту скорость типа, думал уже. Йоу, самовоз. Норм 6 секунд привез ровно. О, а, тебе штраф же дали, блин, ну как он сзади-то оказался, ё-моё. Видал, Илюх, какой у меня рекорд? Чуть-чуть не хватило до твоего. Потому что я уперся там в кого-то. Спасибо. На первый сектор фиговый был, а потом на втором минус 0.4 сразу. Так, надо пардон еще Саньку. 6.8 я привез.